Друзья, всем привет! Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. В этом ролике я вам покажу два задания. Станцуйте на кухне Дарбургера, соберите научные книги в астралистых оградах и приятном парке. Начну я станцевать на кухне Дарбургера, и потом поеду в астралистые ограды и после этого в приятный парк. Как оказалось, можно сразу на крыше станцевать, и оно засчитается. Поехали дальше. Если вы выполняете задание, как я, с ботами, то я вам рекомендую немножечко залутаться. Ну, в любом случае, вам по-любому надо будет залутаться, если вы не хотите выходить из игры и начинать заново, и начинать там следующее задание, если вы хотите все сделать в одном матче. После того, как я залутался, я прыгаю в машину и еду в астралистые ограды. В астралистых оградах мы будем собирать научные книги. Потом поедем в приятный парк. Друзья, вот вам карта на всякий случай, расположение домов, где находятся научные книги. На всякий случай берем с собой хилку, потому что мы, возможно, попадем в бурю. Теперь я ищу машину и поедем в приятный парк. После того, как мы нашли машину, жмем тапку в пол и едем в приятный парк. Для приятной поездочки включаем радио
и едем с наслаждением, жмем тапку в пол, но в моей машине магнитола оказалась сломанная, и мне пришлось слушать одну лишь только радиостанцию. Из машины лучше не выходить, потому что вас могут съесть динозавры. Держите карту, приятного парка. Хотел как в фильмах влететь в дом, сломать стену, но у меня не получилось, к сожалению. Поэтому пришлось взять кирочку в руки и сломать стену киркой. Забираем книгу и идем к следующему дому. Поскольку у нас дом напротив, лучший вариант — это сломать стену. Поскольку вам могут мешать враги или боты, их нужно будет убить. У меня для этого бота оказалась классная канистра с бензином, которую я решил использовать. Закрываем нашу жертву и взрываем канистру с бензином. И вот наконец-то мы добрались до нашей последней книги. После этого задание будет выполнено. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до скорого.